Всем привет, друзья! Вы на канале Cult of Games, а мы продолжаем творить козлиное безумие в игре God Simulator 3. В прошлой серии мы, смотрите, запустили какой-то торнадо, там раскрутив трех балерин. А в этой серии мы будем искать отсылочки и пасхалки к различным играм, фильмам и вообще событиям. Кстати, нас уже 29 человек. Ох, бляха-муха. Как мы полетели. 29 человек на канале. И давайте до Нового года соберем сотню культистов игровых. А тут первая отсылка. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Тут канализация у нас дружок Пеннивайз поживает. Вон он стоит, красавчик. Я у него уже забрал вот шапочку в виде... Да-да-да-да-да. Хватит детишек, блядь, пугать. О, нормально, нам дали 500 очков за то, что мы... А, появляется новый? Вы охренели, что ли? Пиздюки. Ну ладно. Здесь мы посмотрели, можем дальше идти. У нас, по-моему, задание оставалось с коробками розовыми. Надо было собрать сколько-то там, 40 штук. И будем искать, тут очень много отсылок. Где-то на горе, я видел, есть отсылка к Хоббиту. Вот ее я хочу найти. Воу, отлично. Вот еще коробка, кстати. Ну-ка, возьми ее. Дом где-то впереди с коробками был. Кто не видел прошлую серию, заходите на канал и смотрите. Так, о, класс. Смотрите, прогресс с коробками у нас сохранился. Так что можно не проходить с самого начала. Остается у нас сколько? 25, 26. Еще 14 коробок и будет все в шоколаде. Ну-ка, свали, мужик. Блять, уйди, я сказал. Давайте пойдем найдем на горе где-то домик Хоббита. Наверное, на той горе наверху. А может быть... Может быть, где-то еще есть у нас такие холмы или горы. Так, это мы, да? Давайте сходим куда-нибудь вот сюда, в эту часть. Ну и будем искать по дороге задания и... различные отсылки. Здесь мы запустили торнадо с вами. Пойдем вперед, прогуляемся. Напишите, как у вас дела. Может, что вам нравится на канале, что не нравится. Я тут настраиваю звук, никак не могу настроить, если честно. Я стараюсь, но пока у меня получается как-то не очень. То шипит что-то, то пердит. То меня... плохо слышно, то меня очень, блядь, хау-бухау, хорошо слышно. Что тут у нас наверху, я хочу посмотреть. Не зря же эта башня здесь стоит, правильно? Тут к чему-то, может, отсылка есть. Так, козел. Ну, хотя у нас милая козочка-балерина. Оу, мы могли запрыгнуть. Давай, исполним матрицу, нормально. Подойдите к лестнице, чтобы подняться по ней. Сейчас поднимемся. На самый верх, как говорится. Что тут? Тут еще лестницы. Хрена себе. Кстати, по тросам можно нам кататься. Не, подожди, я хочу еще выше. Как мне залезть еще выше? Нет, 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 ебаный, той свет. Бараний, ай, козлиный. Не повезло, не фартануло. Ладно, там... Так, где-то, слышите? Что-то где-то светится. Здесь? Точняк, вон она, фигнюшка. А как нам туда спуститься? Ай. Отлично, еще одна фигнюшка найдена в зоне Призгови. Пригород Свиль. Может, тут еще к чему-то отсылочки есть? Так, это что у нас за котейк? Нип. Это граффити. Так, мужик, ты что там делаешь? Там какой-то электрик у нас работает. Ну-ка. О! Хорош.
Теперь ты... О, ебать! Я хотел сказать, теперь ты Электро, а ты, блин, ругаешься. Подожди, я хочу посмотреть, там какая-то красная хрень стоит. Что это за вышка такая? Да ладно, я тоже ненавижу людей, что ты, блин? Мы с тобой как бы... Вот это что такое? Что это такое у нас? Нет? Тут, кстати, в игре можно запустить вообще ядерную боеголовку. Где-то она тоже находится. Это надо все искать, бегать, прыгать. Если вы знаете точное месторасположение, пишите в комментариях. Мне будет интересно найти это все и посмотреть. Так, туда мы пройти не можем. Здесь что у нас? Отсылочка на Twitch. Короче, народ, разработчики этой игры постарались на славу, сделав миллионы, наверное, здесь отсылок. Я ищу холм, где могут находиться у нас хоббицы. Это что-то какая-то лестница, ведущая, как в фильмах ужасах обычно. На таких холмах происходят всякие события Пятницы 13 и тому подобным фильмам. Так. Вот самое классное, что козел может... Как, у вас тут все нормально, ребят? Там бассейн есть. Может, спрыгните? Нет? Не хотите? Ну ладно. Блин, надо было им поблеить. Ай! Я не хотел спрыгивать. Давай наверх. Где сраный домик хоббитов? Куда нам надо прийти, чтобы найти его? Тут что за берлога? И наверху, смотрите, еще фигнюшка. Ой! Так что это за хрень была? Видели? Барсук, блядь. Хотя барсуки не живут в норах. Это крот. Ебаный крот. Стой! Крот, блядь, тебя в рот. Стой, на месте. Я... Хочу посмотреть. И ты тоже, козел. Да, это крот. А, кстати, крот, ты можешь, наверное, нас вот так сделать. И все, да? Подпрыгнем за счет крота. У кого голова будет кружиться от этого ролика, извиняйте. Я никак не могу забрать хрень. Да, так. Давайте нацелимся. Раз, два, три. Полетели. Крот, давай. Отлично, найдена фигнюшка. Блять, крота придавила. А, нет, все нормально. Я думал, крота его убила. Хорошо, здесь нету нашего домика хоббитов. Может, можно... Вот это что за желтые камни, интересно? Так, осторожно. Что тут может произойти? Мужик. Или ты девушка? Ой, блять, я случайно, я с... Правда. Я не хотел вообще. У меня мышка ударила по клавиатуре. И поэтому случилась вот такая вот оказия. Так, давай, наверх. Повыше, еще, еще, еще. Вот, что это такое? А? Привет, подруга. Как ты? Смотри, что умею. Ебой! Давай, зажигай! Ладно, мне как бы это... Мне надо заниматься всякой херней, так что давай, ты сама как бы. А фены стоят... О, фены, вентиляторы для чего? Чтобы это все растаяло или наоборот не растаяло? Что там внутри? Можно ёбнуть? Что-то просвечивает во льду. А, мы можем сломать эти вентиляторы, да? И она быстрее растает? Или нет? Ну-ка. Давай сюда. Вентилятор, свали. Не мешай нам здесь. Воу, ты куда это летишь? Так, наверху. Наверху что-то у нас шумит. Шумит и 100% светится.
Ребят, вы это, с шапочки одели, блядь, из фольги? Чё за херня здесь? Рассказывайте, давайте. Чё у вас там? Как это всё расхреначить, чтобы открыть нам? Наверное, фены стоят, чтобы... О, люди в черном. Привет. Чего? Ты, блядь, ты кого это сказал, сучара, блядь? Смотри своему этому, скажи корешу, блядь, чтобы не выебывался больше. Привет, крот. Мне надо... Это что такое внизу? Ящики из PUBG? Короче, это не тот холм. Аэрбоксы? Аэродропы или как они там? Тоже можете написать. Если есть у нас любители PUBG. Короче, пойдем дальше мы. Здесь нам делать нечего, я не знаю, может потом я как-нибудь прочитаю. Так, в сортире, по-моему, еще у нас одна фигнюшка. Отлично. Так, фигнюшка в лесопилке. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, мужик, успокойся. Нахрен, я не хотел тебя, блядь, трогать, и ты меня не трожь. Ебать, как это произошло вообще? Как эту херню можно было забить? Туда внутрь. Привет, мать! Вы что тут делаете? Опилки собираете? Ты в институте там сидишь, да? Так, бревно в чужом глазу. Новое событие. Что надо сделать? Что нужно сделать? Приведите дровосека, чтобы починить агрегат. Это вот этот агрегат сломался у нас. Дровосек, иди сюда. Ты дровосек или ты дровосек? Ну вот ты точно дровосек с такой-то бородой. Давай, надо починить вот этот агрегат. Смотри. Еще одного. Ребят, ребят, кто хочет помочь, блядь, у нас тут производство стало, вообще дрова не пилятся. Девушка, давай, красавица. О, что это за скинчик какой-то там? Давайте, муж и жена, одна сатана. Можно делать дрова. Нормально. Прям вообще, одежда хипстера. Нормальненький прикид такой. Новый ранг, отправляйтесь в Козлиный замок и получите награду. Так, ну подождите. Я бы отправился, чтобы получить награду, но блин. Мне сначала нужно здесь найти пару отсылочек, чтобы как бы было поинтересней. Тебя чё плющит, чувак? Ты на что там? Блять, ты нахуя тут рыб клеишь, а? Ёбнутые люди, блядь. Вот мы козлы вообще, да. Назвал сам себя козлом. Ну ладно. А, мы не понимаем вообще вот этих людей. Творят какую-то дичь здесь, блядь. Так, можно внутрь зайти? Воу. Суки, раскидали мне здесь, блядь, бананы свои. Так, трамплин. Значит, где-то есть машина, правильно? Не зря же трамплинчик сделал. Воу, а тут город вообще не кончается, походу, да? Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Эй! Ты чё, блядь, хуепутово? Да я сам тебя сейчас уничтожу. Решила меня переиграть, да? Да нормально все, она не разбилась. Я так и хотел. Слышь, мужик, тут есть? Во, взорвите взрывчатку взрывчаткой. Так, а если мы с вами сейчас еб... бабахнем эту даму? Блять, я не хотел, я не хотел. Убегай нахуй отсюда. А, она не взрывается так, что ли? Это какая-то детская взрывчатка. Воу, пронесло. Я уж испугался, думал, сейчас тут все к херам, блядь, покатится. Лесопилка. Вот здесь был грузовик, правильно? Правильно, вот он грузовичок, сейчас мы его возьмем и полетим с вами. Как сломать нам ворота? Ну-ка, ворота. Не мешайте, мы хоть и не бараны, но ворота мы любим. Особенно новые. Погнали. Погнали, разнесем все к херям. Ай. Не получилось, надо сделать дубль 2. Сука, откуда ты здесь взялся? Как ты здесь появился? Мы ж проходили только что, тебя не было. Погнали. Люди, разойдитесь. Права купил, ничего не знаю. Ау, 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 ау. К
Короче, это не настоящие люди. О, трамплин в зоне плотина Кузовера, наверное. Найдено один из двух. Это дамба Гувера. 100% дамба Гувера. Где-то она там в Штатах находится, по-моему, около Лас-Вегаса. Минутка географии. От Cult of Games. Что ты на меня, блядь, тычешь? Я козёл-хипстер. Ах, блядь, как меня расплющило. Батутики. Это матрас. Нам нужен батут. О, там пушка есть. Смотрите, шмальнуть можно себя. Прикольно. Оп, нашел. Что-то нашел. Что, тебе тоже не нравятся мусорки? What the frog? Так, подожди. Как сюда залезть? Что это такое? Куратор. Возродите былую популярность уличного искусства. Уличных рисунков восстановлено 1 из 3. Бенски. Что это такое, Бенски? Нажмите F, чтобы отметить ее. Воу. Значит, здесь? Наверное, в этом районе, да, эти все города? О, города, блядь, граффити. В этом районе все города. Вот это у меня нормально язык заболтыкался. Что у вас тут происходит, а? Ты что тут делаешь? За вами там полицейский следит. Ребят, вы там не сосались на парковке? Опасно это, опасно, ребята. Здесь что у нас? Ай. Фуражки золотые какие-то. Это первый полицейский на острове Пасха? Ему памятник? Разыскиваются Тинкер Белл, Биг Бэт Вулф. Что это за дама из Тиндера? Ладно, в городе я не знаю никакие... Какие здесь могут происшествия быть. Наверное, их здесь много. Но я хочу найти нужный нам домик Хоббита. Кто такой же фанат Хоббита, как и я, и Властелина колец? Пишите комментарии. А мы стырим вот эту машинку. Она мне нравится. И поедем искать хоббитское... Хоббитский дом. Хоббитские угодья, можно так сказать. Так, давайте нам карту. Что вот это такое? Козлиная башня, козлиная башня. Кура... А, вот, нам показывают метки, где с днем рождения Филипп. Помощь с переездом. А почему у нас карта не открылась? Нам надо козлиную башню? Или как? Или что? Где холмы? Где у нас холмы есть? Ну-ка, мы просто вот так посмотрим с вами сейчас. Там город. Вот этот холм мы здесь были? Вот какое-то там мне нравится местечко. Ну-ка, погнали туда. Стой. Назад. Позовите дровосека. Ну, я не так хотел сейчас спуститься, но так тоже нормально. Ауч. Давай, погнали на всех парах. Отойдите, пожалуйста. Я не хочу давить людей, но они, сука, сами лезут под колеса. Кыш, кыш, блядь. Да я, как бы вас видите, гоняю. Съебите, съебите с дороги. А мы приехали в то же самое место, да? Воу, кажется, я влюбился в новую машину. Ну-ка, под нашу красную рубашечку. Вот эта машинка просто идеально зайдет, смотрите. Так, с дороги, желтая хер. Эх, миньоновоз, блядь. Поехали искать холмы. На том холме мы были. Ребят, вы тоже за природу? Тогда съебите. Потому что я тоже за нее. Вот какая-то гора. Ай, это все мы устроили? Ты, кстати, горишь. Вот, смотрите, у него ноги как у хоббита. Видите? Мужик, ты горишь. Мужик, мужик. Или ты не мужик? Печаль, беда. Ай, сука, теперь мы загорелись. Туши свою жопу козлиную быстрей. Вот.
если здесь они ходят с такими ногами, как у хоббита, попробуем залезть сюда наверх. И посмотреть, может здесь все-таки это... этот домик. Так, ты же можешь по стенам лазить, блин. Что ты каждый раз мне мозги ебешь? Вот, 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 вот. А-а-а, сука. Я не хотел. Вот. Сюда. Видите? Это башня Саурона. Да? Саурона, Сарумяна. Вот, нам надо вот сюда подниматься теперь наверх. Жерло вулкана мы нашли с вами, в котором кольцо можно было сжечь. А теперь надо найти кольцо само. Дом Бильбо Бэггинса. Так, блядь, как теперь отсюда вылезти? Воу. А как я стрелял? Кто может мне подсказать? Так, ладно, если жерло вулкана у нас там, значит дом хоббитса где-то наверху. По-любому. Они где-то рядом должны быть. Где дом Бильбо? Что? Это кто сейчас с нами разговаривает? Блин, гольф тут доступен только в сетевой игре. Это фигово. Я бы сыграл гольф. Или футбол. Или еще чего-нибудь. Что они мне могут предложить? Так, мужик. Что ты там пиздишь? Ты... О, козлиная башня. Ну-ка, синхронизируемся. Может, она откроет нам карту, как бы. Туман войны снимет. Это будет отлично. Да, походу район открылся, и теперь мы сможем увидеть другие задания. Лесопилка, которой мы были. Вот эту дамбу тоже можно рвануть. Козлиная башня, синхронизация выполнена. Воу, ты кто такой, блядь, летаешь тут? Так, отправляйтесь в Козлиный замок и получите награду. Это мы уже знаем, подожди. Где... Вот, задание. Чистая энергия. Замечен йети. Наблюдение за птицами. Это что такое? Алтарь инстинктов. О, нам надо как раз же инстинкт. Один. Освободите Билли и Роузи. А может вот это чистая энергия? Или Тихий холм, правильно? А, Тихий холм это... Что, Silent Hill? Тут, кстати, есть тоже отсылка к Silent Hill. Тихие холмы, правильно? Сейчас мы тогда догуляем. Это что у нас? Так, параплан у нас есть. Вот, мы можем сейчас на параплане полететь и посмотреть, где у нас что находится. А мы для начала с вами давайте найдем вот этот алтарь. Покажи нам на карте, куда лететь. Сюда? А, вон он. У-ху! Отлично. Видит, кто дом Бильбо? Воу. Какой инстинкт мы можем с вами открыть? Давай, питать мудрость. Вы обрели новые инстинкты. Вы нашли 2 из 7 алтарей инстинктов. Итак, надо, значит, нам наверх, наверное, залезть и оттуда бы полететь. Или в тихие холмы мы с вами полетим. Или же будем искать домик Бильбо. Давай, выше, выше, выше. Ты все-таки у нас горный козел. Мы даже можем, наверное, вот сюда залезть, чтобы... А, хотя можно и отсюда полететь. Так, кто здесь? Где здесь? Когда здесь? Зачем здесь? Где у нас что есть? Давайте слетаем в тихие холмы. Вот он, тихий холм. Мы смотрим как раз куда... Вот сюда нам надо, правильно? Правильно. Полетели, что ли? И сразу будем искать домик. Домик в горе.
Блин, почему-то я не вижу. Я хотел именно него. Там такой прикольный скин дают потом Гэндальфа, когда ты проходишь задание. Здесь вообще что это за виноградники? Так, к чему отсылка? К крестному отцу? Мы не туда летим, козел. Заговорился я как бы. Да, хотел сказать по-другому, но заговорился. И не туда прилетел. Кстати, вот эта вещь вообще классная. Смотри. Можно преодолевать такие... О, там какой-то портал есть еще впереди. О, точняк, смотрите, здесь реально наступает Silent Hill. Тикий холм. Вот вам еще одна отсылка. Как раз скоро выходит ремастер. В следующем году. Ну, вообще его начали делать, и это зашибись. Потому что Silent Hill — это офигенная часть игр. Хоррор игр. Вот что я хотел сказать. Ну, давайте войдем теперь сюда. Что это у нас такое? Блин, там метка наша. О, а это же отсылка к 5. Помните демку на PlayStation, которую Кодзима делал? Здесь надо ходить, получается, по коридору. А вот здесь наверху сидела какая-то хрень всегда. А, ты кто такой, блин? Ебать, как страшно-то, а? Тут у нас что? Телефон звонит. Звонит. Бананы снова раскиданы. Есть кто? Мужик, ты давай меня не пугай. Постарайтесь выжить. Коридор ужаса у нас задание с вами. Теперь везде какой-то чувак нарисованный. Наверное, он. Воу-воу-воу-воу. А! Кажется, нам хана. Дверь открой. Куда идти? Ай. Я сейчас тебе поднимусь, блядь, и втащу. А, ты не настоящий, что ли? Бесстрашный крестьянин, блядь. Пугает меня еще, козлина. Так, как у... Ну-ка. Да вы прикалываетесь. Да идите в жопу, я сейчас вот сюда пойду. Нет? Тогда я делаю козлиный супер прыжок. Супер козлиное ускорение. Да алло, что там? Кто там? Блять, крестьянин, ты реально это, бесстрашный. Что теперь здесь не так? О, это же «Кто хочет стать миллионером», помните? Блин, а я даже не видел, что у нашего козла такой охрененный прикид. Че, тусим, да? Сейчас я тоже затушу, подождите. Давай, зажигаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А ваше время кончилось. Какой вариант ответа вы выбираете? Я выбираю вариант ответа съебать отсюда. Как мне отсюда уйти? Нет? Постарайтесь выжить. Простите меня, пожалуйста, я не знал, что делать, поэтому я во всех моментах, когда я не знаю, что делать, я бью всех. Понимаете? Все, вы успокоились? Как взять этот сраный магнитофон? Нет? Подожди, а там что наверху снова? А, видели? Там стена просвечивает. Что это? Или мне показалось? Вот здесь. Здесь все просвечивает вообще. Абсолютно. Ребят! Вот. Тут что?
Так, молоко, сыр. Сыр и молоко, это кошмар. Нет, кошмар был бы, если были бы соленые огурцы и молоко. Вот это был бы кошмар, точно. Ни одно пяти не сравнится. Что-то меня напрягает. Что это? У, блядь, ты кто, сука? Ай, 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 ой, ай. Бабуля, ты чё, блядь? Бабскую турель я разнес. Бабуль ебанулась, блядь. Ты чё, бабуль? Ты это закачивай, кто там? Там кто-то срёт. Простите. Другая коза нам дверь закрыла. Страшно, страшно, очень страшно. Давайте нам дверь открывайте уже. Блять, как отсюда выйти? Мы теперь... Ай-яй-яй. Как нам отсюда выйти? По-моему, ничего не меняется. Пяти. Демка была не такая длинная, по-моему, как эта. Может, надо повернуть назад один раз? Потому что, по-моему, все одно и то же, нет? Телефоны звонят. Нет, здесь начали часы у нас идти. А если мы в туалет зайдем? Вот, все, мы прошли. Отлично. Вы выжили, и нам дали... Что это? Костюм чего? Костюм призрака или костюм кукуклановца? Простыня, новое барахло. Так, значит, Silent Hill мы с вами прошли. Что еще у нас может быть? Я не знаю, где домик Хоббита. Мы его обязательно найдем, но не знаю, в этой серии, не в этой. Давайте посмотрим на карте. Тихий холм у нас получается. Вот, освободите Билли. Давайте сходим, освободите Билли. Посмотрим, что это за задание. Полетели. Теперь ты точно... О, жирафа. А если я освобожу вас? Да, какой-то американский Дроздов был. Освободите Билли, это кто? Оу! Это ты, Билли? Билли Миллиган? Освободите Билли. Вот, освободил. Так, теперь тебя надо тащить в океан. Свободу этому. Как его? Блять, посмотрите, он стал квадратный из-за того, что вы держали его в таком маленьком аквариуме. Свободу касатки. Или киту, кто ты? Разыскивается Роузи. Еще какое-то задание. Так, Билли, мы спасем тебя. Не благодари. Давай, вали. Освободите Билли. Билли, то есть задание завершено, свобода. Надеюсь, он распрямится, там расправит свои крылья, блядь. Какого хуя, я скажу вам. По-моему, мы зря освободили Билли, его сразу сожрали. Парите на параплане в течение 30 секунд, разрисуйте лицо отца-основателя, закрепите инстинкт. Найдите и верните Роузи. Кстати, копы приехали. Это не мы, если что. О, фигнюшка. Фигнюшка — это хорошо. Фигнюшка — это отлично, я скажу даже вам. Я скажу вам, фигнюшка — это отлично. Так, идемте тогда куда? Куда мы идем? А можно сразу Роузи, да? Разыскивается Роузи. Что нам надо сделать? Найдите и верните Роузи. 42 метра. 49, 50. Так, подожди. Роузи — это кто? Ронда Роузи? Так, дорогу. А, блядь. Кто здесь все это сделал вообще? А? Какие плохие люди это могли сделать?
Ай! Зачем такие зависания? Нам не нужны зависания. Мы пришли. Что? Что произошло? А! Ого! Тут у вас носорог как бы свалил. А это не отсылка к этому королю льву? О-ля-ля-ля! Мы же можем сделать эпичный сольный танец. Е-бой, е-бой, давай, танцуем. Так, Роузи. Пойдем искать ее тогда, я не знаю, куда она могла. По говну будем искать? Тут говно у нас, тут говно. Так, куда, налево или направо? Куда ты? А там что такое? Ну-ка. Да блин. Воу, мать твою, что это было? Спецовка смотрителя. Открыто новое барахло. Я не хотел сюда вылетать. Где нам найти Роузи? Значит, по говну мы будем бегать, да? Искать по кучам навоза единорога. Значит, о, классные эти, смотрите. Роузи! Ты где, дорогуша? Вот еще говно. Вот еще говно. Ты бежала куда? Ты бежала сюда. Это не говно. Куда-то наверх она пошла, по-любому. Блин, в этом козуле раскиданы везде, по-моему, эти фигнюшки. Так, здесь нам не особо-то делать нечего, поэтому мы пойдем искать ее куда? Где может бегать единорог? То есть носорог. Блин, я даже не могу понять. Вы единорога не видели? Да какой, блядь, единорог? Да носорог. Носорога кто-нибудь видел? Носорог. На. Смотри, там что-то еще есть. А, нет. Пам. Блин, ребят, я не знаю, где ваша Роузи. И почему-то у меня здесь тормозит игра жестко. Наверное, потому что вас очень много, а я один. Вот так вот. Идемте тогда. Что там такое? Смотрите. Я нашел какую-то хрень. Что это? Что у нас тут? Что у нас здесь? О, почему и мотоцикла никакого нет? Что это? Доступно только в сетевой игре. Да бля, хамуха. Тут все доступно только в сетевой игре. Так мне интересно. Я хочу тоже. И этот скинчик, да? Доступен только... Да, доступно только в сетевой игре. Ладно. Если вдруг тут кто-нибудь увидит какие-нибудь отсылки на какие-нибудь игры или фильмы, которые я не заметил, тоже можете написать их в комментариях, рассказать, к чему они относятся и почему я их пропустил. Мне понравилась вот эта машинка. Ну-ка, токийский дрифт, блин. Блин, а куда она свалила? О, что-то там есть наверху. Не знаю, что. Каска, спецовка. Вон там. Нет, это что-то из одежки там. По-любому. Так, теперь как бы тебе туда наверх пробраться? Ай. Так. Как туда лезть? Давай, давай. Нет, не падай вниз. Зараза. Не, есть же какая-то возможность туда залезть, правильно? Правильно. Может, надо вот сначала сюда? Нет? А если мы... Подожди. Да блин. Козел. Вот. А, даже так.
Да у меня, по-моему, так быстрее кончатся силы что-то делать. Так, вот здесь. Вот здесь что-то у нас есть. Где машина? Где машина, которая мне понравилась? Вот она. Стопэ. Эй, как? Иди сюда, сука. Ладно, так. Что это было? Оу. А это к чему отсылка? К киберпанку, когда машины сами по себе взлетали? Я тебя поймаю сейчас. Стопэ нахрен. Смотри, я сейчас на полном ходу. Ай. Ее поймаю. Опа. Воу. Выпускай, выпускай эту. Да нет. Как они, блядь, крылья хотел сказать. Привет. Тут и одной козы хватит. Зачем нам еще одна? О, кипончик. Доставщик пиццы. Открыто новое барахло. А здесь что у нас такое? Это какая-то заманушка? С понтом ты не сможешь зайти? Я смогу зайти же. Вот. Оп, оп. Предлагаю вам, друзья, тогда вернуться в козлинную башню. Вот она, да? Заберем. Ах, ебать, ты что творишь, шлагбаум? Заберем задание. И награду и задание. Тут что у нас? Есть что у тебя, суши? Там что-то спрятано у него, смотри. Шумит, но непонятно где. Может, просто вот здесь? Где-то мусорки, что ли? А, вон она, наверху. Так, и вот козлиная... Ты кто такой? Привет, мужик. Да я не хотел тебя трогать, просто так получилось. Я очень широкая коза. Давайте активируем эту башню. Снимем еще одну печать с ворот. И, наверное, закончим серию. А в следующей серии будем искать следующие подсказки. И обязательно пишите. Вот. Вот здесь можно рвануть нахрен город. Так, у нас открылся еще бассейн. Надо все вообще открыть эти. Все козлиные башни нам активировать. Тогда мы точно будем знать, куда нам идти. И так будет намного интереснее, по-моему. Так, что тут у нас открылось? Давай. Вот это теперь. Получить награду. А. Отлично. Нормально так замок наш прокачивается. Что у нас тут еще открылось? Это что такое? О, это же спасти Билли. Тут теперь что, будут всякие эти? Ты кто такой? Или такая? Кто ты? Что ты тут делаешь в моем замке? Ну-ка, пойдем, поднимемся, проверим наши владения. А что это, трон, что ли? Так, ну-ка, посади-ка жопу вот сюда. Теперь, подожди, где присесть? Вот. Блять, кажется, ты не присел, барашек. Козлик, то есть. Стой, подожди. А это мы будем долго заниматься, да? Я вообще-то хотел, чтобы ты присел. Ну вот, как-то так. Король козел первый. Встречайте. Ну что ж, друзья, давайте закончим серию здесь. Пишите в комментариях, знаете ли вы какие-нибудь другие отсылки в этой игре. И будем в следующих
частях, искать их обязательно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь обязательно на канал, давайте добьем до Нового года 100 человек. Всем спасибо за просмотр, здоровья вам и добра, пока-пока!